Всем привет, с вами Галактики. Мы, ну как бы, продолжаем играть в Total War Warhammer 2. У нас, если кто пропустил последнюю серию, прошлую, да, где-то на прошлой неделе была, у нас такой баг получился. Вроде бы мы победили, а вроде бы и не победили. Ни туда, ни сюда, короче, в компании. Из-за этого боевой пыл мой немножечко подугас. И я еще раз покажу, что вот эти все блоки требований для победы в быстрой кампании мы сделали абсолютно все. Несмотря на то, что вот здесь, да, не все мы захватили, но все не надо, нужно только 8. Мне ребята просто несколько раз писали, нужно на Гарон захватить и пробуждение и все остальное, не нужно. Не нужно, нужно только 8. Мы захватили гораздо больше, чем 8. У нас проблема именно, да, вот галочки. Я показываю еще раз, потому что некоторые ребята не видят этого и, ну, такое ощущение, что не видят, и какие-то свои интересные, невероятные предположения высказывают в комментариях. У нас проблема только вот с этим заданием. Продолжайте расширять границы своих владений, готовьтесь к прибытию Архаона навеки избранного. И проблема в том, что Архаона мы уже изгнали. Он приходил. Архаона не мы грохнули, а кто-то из наших союзников. Но, тем не менее, мы и Холика, и Зигвальда, и как его там, Сартраэля тоже грохнули. И изгнали, очистили все земли от хаоса. Нам даже игра сообщила об наступлении эпохи мира. Но, тем не менее, некоторые ребята говорят мне, что, возможно, будет еще второе пришествие. Что есть такой баг, случается иногда вот на смертных империях. И мы можем, в принципе, подождать какое-то время. Нам есть чем заняться, в принципе. Еще я хотел попробовать, да, воскресить Маздамунди. Попытаться. Можно по дороге с синими змеюками повоевать и зачистить вот здесь вот всю эту территорию. Не спеша можно тоже будет попробовать. Еще можно вампиров грохнуть, если очень сильно прям захочется. Хотя у них союзы тут с кем-то были. Ну, короче. И мы еще можем тут попробовать основаться немного, отстроить, может, какие поселения здесь, да, чтобы, если вдруг Архаон таки появится, да, то у нас, ну, был такой небольшой плацдарм, где можно будет более-менее... Нам, кстати, да, вот эта вот провинция более-менее удачная для нас. Мы ее попробуем сейчас всю захватить. Может быть, и Мёрзлый берег. А, да, Мёрзлый берег мы захватывать не будем. Толку от него никакого. Мы его и... Ну, может, мы его удержим на самом деле, да? Как держим где-то вот здесь вот... Непонятно. Непонятно что, непонятно зачем. Но держим вроде как, да? И... Ну, ладно. Я подумаю, что мы будем делать. Единственное, что проблематично будет здесь от скверны хаоса, конечно, избавиться. Потому что она здесь очень и очень сильная сама по себе. Хотя всего лишь... Трешечка от местного населения. Здесь, наверное, будет побольше. Ну ладно, в любом случае. Нам есть чем заняться, как я уже сказал. И давайте будем быстрее Крокгара вести. Можем мы на марше тебя провести. Ну, в теории. В теории можем. Хотя даже проще, наверное, будет и лучше провести тебя вот так вот по воде. И потом Мёрзлый берег захватишь, что-то там, вот это вот, в общем, да, и у нас две армии здесь есть. Может быть, деньжат мы еще подзаработаем и сможем здесь третью армию создать на случай, если все-таки кто-то придет. Я не знаю, как долго здесь можно ждать, 10, 20, 100 ходов, 500 ходов, посмотрим, насколько хватит силы, потому что, ну, ходы все-таки у нас довольно долгие, вот, насколько будет интересно заниматься всякими своими делами. Мы, кстати, можем какую-то из вот этих вот армий отправить в подкрепление туда, да? Там двух армий точно не хватит, если Архаон придет со всеми своими друзьями. Вот, нужно будет... Может, Тахенхауна туда отправим? У него неплохая, в принципе, армия. Нужен ли нам Тахенхаун здесь? Здесь двое уже идут. В принципе, да. Давайте мы, наверное, Тахенхауна и отправим сейчас в режиме марша через все вот эти вот земли наших союзников. Пусть двигает сюда. Он, наверное, будет дольше идти, чем, да,
Он вообще не может сюда прийти, потому что нужно, наверное... Может, по воде быстрее, кстати, будет? Вполне логично. Поплывем. Поплывем, лишь бы на... не нарваться на этих. На темных эльфов. Их тут много плавает, всяких разных. Ну, им тут тоже вроде как есть чем заняться. И мы поплывем вот так в обход. Надеюсь, нормально будет. У нас все с эльфами темными воюют. И туда гномы уже к ним идут. И, ну, многие там, короче, идут армии. А, с нами вот эти вот ребята воюют еще тоже, да? С такой интересной армией. Ну, мы к ним тоже идем. Идем, не спеша пока что идем. Давайте сейчас вот эту вот армию мы сюда подведем. И потом... Наверное, в две армии потихонечку пойдем тут захватывать все. Я думаю, здесь нам более серьезные войска не понадобятся. Единственное, что нам войска, может быть, понадобятся где-то вот здесь, если... Ну, наверное, да, вот эти вот две армии... Одну армию здесь оставим, получается. Да, если придет хаос. Кстати, Чупайотль, да, надо захватить. Ребята мне говорили, бери Чупайотль, конечно. Вполне... Правильное решение. Даже несмотря на то, что полную провинцию мы получить не сможем, но Чупайотль вполне себе... А, нет, это у нас... Тахенхаун пошел уже. Это у нас этот... Он пойдет как раз и Чупайотль захватывать потихонечку себе. Так, отстраиваем здесь поселение. Наверное, первым делом... Ну, давайте лучше, наверное, все-таки стенки первым делом, как-никак. Кто у нас еще не ходил? Уже много героев, да, тут уже. Тик-так-то пока ждет. Может, наверное, перейти даже в режим Астромантия. Так, 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 так. Симпсон. А, Симпсон, да, в прошлом ходу еще захватил здесь территорию. Тут у нас никто... Эти есть, варги, да? И здесь варги. Ну, тут имперцы со всех сторон, я думаю... У нас здесь будет все хорошо. А эту армию мы можем отправить на захват Хазид Багдрак... Да, что-то там, короче. Но нам, может быть, даже надо еще восполнить потери. Мы тут по этим, по хаосидским землям будем долго идти. Так, может быть, сейчас вот так подойдем. Ой, тихо. Вот так подойдем. Станем здесь в режим гарнизона. И потом пойдем дальше. Здесь уникальное сооружение не для нас. Но для нас здесь есть самоцветы, которые тоже пригодятся. Так, вроде бы всеми мы походили более-менее. У нас еще, да, куча героев, которые... У которых нету, к сожалению, этого. Борьбы со скверной. Ну да ладно. Давайте тогда качать как бойцов. Тут даже еще тоже... Не разбираясь, что куда и где, качаем все в подряд. Мы захватили вулканические острова. Берем здесь рост, доход. Порт восстановим в следующем ходу. Вот. И у нас есть немного деньжат, которые надо на что-то полезное спустить. И полезно это деньги. Конечно же. Тут у нас... Далековато. Еще мы его построим, наверное, если я не забуду, конечно. Это уникальное сооружение. Вот здесь, я думаю, нам не надо эти 4 порядка. У нас порядок повысится, да, еще когда мы улучшим вот эти. Так, тоже улучшаем. Первым делом все в бабло сейчас кидаем. Особенно в тех местах, где, ну, нападение не предвидится, да, например, вот здесь. Вряд ли будет кто-то на нас нападать. Поэтому пока что стенку улучшать не станем. Так. Тут мы тоже все построили. Надо хоть какие-то здания. Мы можем... можем... Доход от трофеев. Здесь производство диких зверей. Давайте доход от трофеев возьмем. И... Ну, да. Дикие звери тоже тогда будут. Будем тоже строить, чтобы...
Да, вот здесь вот нам порядок, в принципе, нужен. Территории здесь такие себе, тем более скверна вампиров здесь к нам доходит очень так неслабо. И мы можем, наверное, даже... Блин, не хочется здесь хорошая эта самая комбинация. Через сколько у нас... А, у нас избыток, кстати... А, это четвертый только избыток, нам пятый нужен. Ладно. Переживем мы это как-нибудь... Все, денег уже не хватает на что-то более серьезное. Давайте строить тогда что-то несерьезное. Это я буду сейчас, наверное, все быстрее-быстрее делать. Может быть, на паузах в следующие ходы, да, пока... Ну, реально... Ой, тихо, это нам не надо. Это бесполезная фигня. А, что там, 1000 осталось? Я пытаюсь что-то найти на 1000. Сильно. Ну, это прекрасное поселение. Что там у нас? Ну, порядок, в принципе, вполне хорош. Норм. Ну, все. Заканчиваем ход. Я думаю, тут тоже можно нажать на паузу. Ничего интересного у нас не происходит пока что. Пока просто сидим и ждем. Кстати, я совсем забыл, что у нас же началась война с вампирами в прошлой серии. Я говорил, да, можно будет вынести вампиров, и я тогда думал, ну, если что, войну им объявим. Они, у нас же война с ними уже идет. И вот эти две территории довольно в опасном положении. Может быть, надо было там какую-нибудь армию собирать. Денег у нас, правда, на армию нет. Мы сейчас, если лорда наймем, то денег уже не будет даже, чтобы какого-то ящера одного нанять несчастного. Но у нас есть гномы, да, которые объявили войну сейчас как раз графству вампиров. И тут еще тоже имперцы с Орденом Хранителей Знаний заключили военный союз. То есть союзы пока еще крепнут. У нас есть еще общие враги, да, которые поддерживают наши союзы. И вот вампиры. Главное, чтобы они не пошли вот на эти территории. Не хочется мне их потерять. Ну, не то чтобы мне прям очень жалко, да, их будет, но все же не хочется. Вампиры у нас на этот напали, по-моему, да? И так как все были с ними в союзе, вампиры получили то, чего они заслуживают. Или вампиры на это поселение куда-то тут, да, напасть решили. Они тут рядышком стояли, объявили войну, сразу напали, разрушили и пошли обратно. Ой, это хитрый план у них был. Можно попробовать будет сейчас еще в дипломатию поиграть и подговорить другие фракции, если кто еще вдруг с вампирами не воюет, вступить в эту войну. О, у нас будет шанс, может быть, гномов этих выпилить. Это было бы классно. Это было бы, о, то, что нужно для нас. Ну, уже тут конец хода как раз. Геополитическая ситуация довольно... необычная. Варги здесь... Варги, говорю, эти... боже, скеги здесь все позахватывали. Мы к ним потихонечку идем, не спеша. Тут гномы захватили то поселение, которое было разрушено вампирами. Гномов теперь есть. Гномы, которые вот эти, Карагзифлин. Вот там вот поселение захватили. Чуть-чуть севернее. Так, дальше мы там все можем пропускать. Это нам неинтересно. Давай, заканчивай. Тут кажется, что такое полномасштабное вторжение идет в Латерн, но нет. В Ултуан, точнее, да? Нет, там, походу, одни флотоводцы, как я понял. Технология исследована, хорошо. Давайте посмотрим. Флотоводец, флотоводец, флотоводец. Да, одни флотоводцы здесь. Еще один флотоводец здесь, конечно. Есть кто-то тут, по-моему, Марати гуляет, да. Но тут и Бретония плывет, да, и гномы тоже тут плывут в гости потихонечку. Вот здесь вот, да, у нас появилось поселение Карагзифлина неожиданно, да? Это первые у нас гномские войска или второго тира бойцы, я не помню уже. Давайте мы подумаем, посмотрим. Например, вот те же гномы. Не хотите вступить в войну с... А, с вампирами не и так воюют.
Окей. Кто с вампирами? С вампирами не воюет Империя. Или я не туда смотрю? Я не туда смотрю. Почему я решил, что Империя с вампирами не воюет? Я не знаю. Надо вот так вот нажать, да? И станет понятно, что с вампирами воюют все. Вот прям вообще все. Гномы только до этого почему-то не воевали, но теперь воюют. Хемри, кстати, с вампирами не воюет, да? Какой коварный Хемри. Низкий шанс на успех. Но я ему денег давать, наверное, не буду. Мне как-то не шибко это нужно. Ну да, вроде все остальные воюют. Кого я так вспомнить смог? Кислев. Ну и ладно. Окей, с этим разобрались. Это все мы вспомнили. Давайте двигать на марш сюда. Успеем? Вроде больше никого нету, кроме нас. О, здрасте. Мы-то с этими еще ребятами воюем. Мы можем с ними помириться на самом деле. Они прям очень хотят с нами помириться. Я не буду. Все с ними воюют. Чё я буду с ними мириться? Ну, тем более армия такая небольшая. Серьезная такая, да? Там юниты такие. Ух. Но небольшая, по большому-то счету. Так, нам надо перейти в режим в обычной ходьбы. И давайте будем колонизировать. Руины искать не хочу никакие там. Осматривать ничем нет, не надо. Вот. А, у нас здесь порт. Ну да, порт. Ладно. Так, с этими двумя мы товарищами разобрались. Стенки пока построить не можем, но камушки давайте организуем. Будет уже заметно больше прибыль у нас. В принципе... Вот я бы еще и в рисе вот это вот куда-то выпилил бы с удовольствием. Но, наверное, не судьба. Пока что, во всяком случае, у них там тоже много союзов всяких разных. Давайте колонизируем это поселение тоже. И тут тоже надо... Ну, хотя здесь быстрее, да? Здесь и климат... Более-менее нормальные. Вот в этих двух поселениях мы их тоже сейчас будем захватывать. И в целом... Как нам проще? По-моему, так быстрее будет. Мы так уже выйти здесь можем. Мы в следующем ходу захватим. Может конфедернуть? Вот этих вот ребят. Просто чтобы они... Давайте посмотрим, что у нас по вот этому делу. Минус 10 тут понятно. Скверна высокая, да? Из-за этого будет больше. 11 ходов. Ну, мы сейчас захватим это поселение, и этот товарищ пойдет туда-обратно. В горах, да, здесь... В баре эти... Мятежники, орчи. Ну, тут минус 2, это не страшно. Здесь мы только начали захватывать все эти поселения. Вот 8 ходов. Думаю, мы успеем захватить вот это вот поселение еще. Самое обидное, что эти, да, через пару ходов смогут оказаться уже в крокодраке. А мне придется долго еще туда идти. Ну, я думаю, с этим поселением мы тоже разберемся в плане общественного порядка, да. Поэтому надо, наверное, все-таки конфедернуть вот этих вот ребят. Я не чакву эту потерянную, вот. Просто потому что быстрее ходы будут. А, нельзя конфедернуть? Это как? Это почему?
Непонятно. Я слишком долго думал о том, что сделать нельзя. Да. Ладно. Поехали. Тик-так-то. Давай тогда сразу идем сюда. Давай, ты, наверное, тоже сразу. Давай, не на марша, а вот так вот. Что у нас у змеюк? Змеюки — это у нас чисто дикие орки, с которыми я думаю, что проблем не будет. Хотя я тоже когда-то думал, что проблем не будет. Было у нас в прошлой кампании за царей гробниц, да? Мы на синих змеюк напали и отхватили. Проиграли тогда. Ну или мы выиграли, но у нас почти армии не осталось вообще. Мы на таких соплях еле-еле вытащили победу. Так, как у нас тут дела? Скверна потихонечку падает. Хорошо. Хорошо. Давайте улучшаем потихонечку. Вот этих бы тоже еще повыпиливать, чтобы быстрее ходы шли. Кругар у нас левелапнулся. У Кругара... Что у Кругара здесь? А Кругара я начал качать в боевую его эффективность, да. Согласен. Четыре тысячи осталось. Ну, мы, наверное, тут ход и заканчиваем. Тем временем Империя конфедернула Остланд. Получила... Ну, такую неплохую, по-моему, часть территории. Империи все больше и больше, они все сильнее и сильнее. Ну, может быть, как раз, да, дадут бой вампирам. Им бы еще конфедернуть вот этих вот ребят, да? Остермарк. И там Талабекленд, и что там еще осталось из этих? Да больше и ничего, да, не осталось. Талабеки, да, Остермарк и все. Вот это было бы хорошо. Да? Была бы сильная там такая... Мощная сила. Но Роскат меня что-то хочет. Тоже мира хочет. Нет. Мир с Норской или с варгами, мне кажется, будет плохо воспринят моими союзниками другими. Поэтому нет. Вампиры, кстати, сейчас взяли 4 поселения, как минимум 4 в осаду. Из соседних вот этих вот территорий. Хорошо, что пока в мою сторону не идут, только тут воюют. Но там опасно. Мы можем лишиться золотой шахты. Эти что-то от меня хотят. Может, войну мне объявить решили? А, нет. Жаль. А я бы с удовольствием. Повоевал бы с ними и Ивриса выбил бы вот отсюда как минимум. Мы можем... По-моему, мы можем им войну объявить. Или у них, наверное, да, союзники. Мы там можем, но у них союзники есть. Какие-то по-любому из других вот эльфийских этих, да, и это будет неприятно. Радует меня очень, что Кислив еще выжил. Пережил конец времен. Ну, у нас еще второй конец времен намечается, поэтому... Может, что еще будет с Кисливом. Так... Тут неожиданно гномы объявили войну синим змеюкам. До этого змеюки сидели, ни с кем не воевали, а тут что-то гномы решили, непонятно почему, объявить им войну. Так, хорошо, давайте как мы будем делать. Я думаю, что парящая пирамида нам сейчас не так важна. Нам лучше, наверное, подойти сразу сюда, ну или сюда тоже пойдет. Лучше, наверное, вот сюда. И уничтожить сразу столицу, да? Столичное поселение. Поэтому идем. Нарушая границы. И нападем. Я думаю, они на нас не нападут. Мы быстренько, может, даже авторасчетом не будем тут заморачиваться. Смысла особого нету. Так. Улучшаем. Да, да. Повышаем уровни. Давайте борьбу со скверной берем. Теперь всем, кому можно ее взять. Ну, не всем ее можно взять. Давайте бессмертие тоже пойдет. Множество повышений. Кстати, вот борьба со скверной. Вот тебе надо
Не ему надо была борьба со скверной. Ну, ладно. Тут, кстати, да, скверна этих есть. Сможем мы выплыть здесь? Сможем. Колонизировать и вот это вот поселение. Отлично, сразу восстанавливаем его. Это еще тоже, да, два порта. Порта, что принесет нам тоже деньжат. Колонизируем еще вот это вот поселение. И, в принципе, эти три поселения, хоть они как бы, да, не столичны, но рост у них будет довольно бодрый, я думаю, и стеночки мы там построим достаточно быстро. Нужно будет эту армию сейчас вернуть еще сюда для восстановления общественного порядка. Я реально очень надеюсь, что когда они наберут армию, кто-нибудь на них... Они наберут армию, они уйдут куда-нибудь, в общем, я на это надеюсь. Вот тут я пропустил, что мы могли быстро вынести вот этого товарища, но пропустил, короче. Может быть, давайте на вот этого нападем. Посмотрим, что у него там за армия. У нас Тахенхаун несет потери. Может, мы пока доплывем, да. Воевать там Тахенхауну неким будет. Так, кто еще? Кто еще у нас не ходил? Не ходили, по-моему, вот эти вот ребята. Двое, да? Захватили они зимний костер. Мы захватываем... Мы не доходим. Да, нам надо... А, нет, доходим. Доходим. Захватываем вот это вот поселение. Тут у нас... Ну, они, наверное, даже не будут тут в осаду брать это поселение. Они сразу его... У них есть чем давить стены. Ладно, так, Крокгар, давай, наверное, ты сюда. Я думаю, получится, да, так же, как и там. Нет, нет, не получилось. Черт, не получилось. Немножечко не вышло. Ух ты, минус 15, ну, тут как бы да. Тут, наверное, Крокгары поселятся через какое-то время. Надо не забывать об этом. Так, Симпсон походил, Тахенхаун пойдет там, куда надо ему. Эти походили, все. Тут вся тусовка отдыхает. Минус 2. Ну, 42, все равно не хватит нам этого. Надо сюда своих героев подводить, наверное. Чтоб скверну убирать. Так, ну, вроде все. Построить надо было. А, строить денег нет. Я все на колонизацию спустил. Да, этот еще товарищ у нас бежит. Про него я забыл. Расторгли военный союз. Смотрите, уже... Кислев, блин. Кислев, Кислев. Так и до войны с Кислевом недолго. Я так за тебя болел, а ты... Проклятый Кислев. Надо идти, наверное, крушить этих... Норску. Да? И тогда отношения поднимутся со всеми. Снова. А то я ни с кем не воюю, да, и отношения не поднимаются. Вот за варгами, да, надо было внимательно следить. Я не знаю, куда он... Вот он, вот он, вот он. Вот он, да. Как я и думал, он пойдет на мое поселение. Ну. Давайте, значит, думать, что мы можем сделать. Мы можем, в принципе, отдать это поселение. Он его, ну, сразу же заберет. Крокгар, мне кажется, не готов к серьезному бою. Ну, там не то, что прям серьезный бой, но... Или он будет в осаде держать? Мне вот интересно. Эта армия тоже не шибко-то готова к серьезному бою. Но мы идем. Мне кажется, что Крокгар запросто справится с ним. Единственная проблема...
О, кстати, смотрите, как хорошо. Мы доходим прямо сюда. Другое дело совсем. Но этот товарищ может пройти дальше, да? На марше может помчаться куда-то себе там. К этому поселению, например, да? И это будет неловко. Тем более нам надо здесь еще тоже пытаться как-то порядок навести. Что у нас с... можно этих вызвать. Ранг, доход, местный резерв найма. Понятно, ничего интересного. Ну ладно, мы пойдем потихонечку тогда варгов выпиливать. Вот этой вот армии. А Кругар постарается удержать вот это вот все. Надо будет захватить еще это поселение и будет тут гонять, наверное. Не то чтобы это нужно, надо чем-то заниматься. Уводить оттуда армии не резон, потому что, ну, вторжение-то пойдет отсюда. Скорость исследований плюс 10. Какая вкусная штучка. Я, наверное, возьму ее все-таки. Так. 25 уровень. Ну... давайте что-нибудь быстрые ноги тебе возьмем. Окей, теперь можно объявить войну синим змеюкам. Объявим войну. Будем ли мы кого-то звать с собой? Они все переменчивые, значит, не будем. Тем более нам, в принципе, не надо, чтобы сюда кто-то перся. Пусть своими войнами там занимаются, да, и мы будем заниматься своим. Мы, кстати, третий по уровню силы. О, сколько у них стрелков? Трое всего лишь, а у нас все чудесно. Ну, авторасчет, наверное, здесь все же неуместен, поэтому будем воевать сейчас ручками. Плюс, кстати, стены, были там стены, я что-то не обратил внимания. Плюс этот товарищ маг наверняка, да? Нет, пехота с мечами. У него просто есть огненный шар. Может, там у них маг еще есть. Где-нибудь в гарнизоне. Я тоже на это не посмотрел. Ну, я думаю, что тут как бы, да. Все будет очень и очень просто. У этих, кстати, бонус против крупных целей или у этих? У кого-то из них точно бонус против крупных целей должен быть. Так, начинаем. А, ну да, у нас... Я совсем забыл, что у нас тут... Да. Тут у нас кнопка победить. У них, кстати, лучники тоже довольно неплохие должны быть. Могут довольно больно вломить, мне кажется. Так, это у нас будет на четверочке. Ты у нас кто? А, ты у нас тоже на... вот сюда идешь. Крупным целям. Так, хорошо, начинаем. Я забыл, как обычно, поставить ближний бой. Полетели. Полетели. Так. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот сюда бы кастануть. Боже, это просто был бы кайф. Это был бы просто кайф. Так, кабанчики. Мы не будем трогать кабанчиков, наверное. Наши летуны просто пока постоят, наверное, да, по лучникам будем работать. Так, ну что, где там пылесос этот? О, чуть-чуть не достаем, да? Не достаешь. Маленько, ну подъезжай, давай. Там просто прям просится, боже мой. Не уходите, пожалуйста, маленькие. Давайте, мы должны успеть.
О, да, детка. Это будет просто чистый кайф. Двести. Я точно большой зарядил? Я не понял. Надо повторить. Я, может, маленький зарядил, но средненький, нет? Не, я большой зарядил. Ладно. Подъезжай сюда. Ой, что там? А, еще же наши эти прилетели. Точно, я забыл совсем про них. И по ним башни стреляют. Так, у кого тут есть еще перезарядка? Еще магия? Нет? Восемьсот. Убегут сейчас все, да? Да. Побежали. Ну, кого-то задело там все-таки. Не все убежали. Это, конечно. Да. А, этот тик-так-то там. Я ему что-то активировал, ему не надо, наверное. Не набрали мы 1000 все равно, да? 800. Ну ладно. Фактически один этот убил полностью одну армию, да? Нормально. Мы, конечно же, забираем это поселение. Не будем ничего там не разорять, ничего. Деньги нам не так уж сильно надо, а... что-то не густо, да? Тю. Я думал, будет что-то посерьезней. Так, с этими мы еще не воюем, да? Они... Нет, да, в принципе, не воюем, все правильно. Надо теперь разобраться с вот этими ребятами. Сможешь ты, интересно, захватить? Ну, я думаю, сможет. Чё же не сможет-то? У него не так много летунов, но зато пехоты. А тут еще и вон Стигадон подошел, да? А тут у нас... Нет, тут нету еще этого. Давай защиту возьмем. Я думаю, да, мы захватим это поселение, чтобы не тянуть это время лишний раз. А там, кстати, да, тут не, нету этого.
Стен нету. Они кабанчиками могут нам вломить добротно так. Ой. Нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь копейщиков, я думаю, нам хватит, чтобы дать отпор кабанчикам. Ну и летуны тоже есть, да. Бомбы я не бросал во время осады, потому что там не надо было. А сейчас можно будет побросать хорошенечко. Но пехота у них довольно сильная. Она в плане выживаемости никакая, по большому счету, но бьет очень больно. Так. Так-так, да, сказал этот. Окей, мы так потолще станем, да? Таким вот образом. У нас тут, в принципе, все на зверушках. Я думаю, можем... Давайте, может, какие у тебя заклинания есть? Не видим, да? Мы пока заклинания. Давайте сыграем на всякий случай. Может, побольше маны получится, не получится. Ну ладно, на две меньше. А, есть... Две мантикоры еще, что тоже вполне неплохо. Полетели, сбросим, наверное, бомбы вот так, разочек. Вполне неплохо получилось, по-моему. Постреляем, у нас еще вторые бомбы, да, у этого есть тоже. Наверное, надо бы подлететь и вторые бомбы бросить, а то что-то тут... Разброд и шатание какое-то. А у этого вторых бомб нету, кстати, да, у этого отряда. В принципе, пойдет. Думаю, можем этих ребят выводить даже вперед. Вот так, ближний бой вперед, они просто вперед. И стоим танчим. Тут пехота не уходит, можно было бы, если пехота ушла, можно было бы это, да? Ударить. Так. Там мы разберем, меня только смущают вот эти вот немного ребята, ну тут... А, тут еще подошли, обходят эти, да, кабанчики. Надо попробовать зафокусить вражеского лорда. Это будет вполне себе неплохо. Ну, копейщики наши держатся. Вполне себе норм. Так, что у нас есть у этих ребят? Защита. Мы можем вызвать мантикору как раз сюда. И можем еще... Вот так вот сделать. И мантикора пошла. Он там, да, обстреливают неприятно весьма наших летунов. Мы даже можем, наверное, вот так пока летунов поставить. Пусть даже, может, по кабанчикам будем работать. Лучше будет. Так, ну тут нормально. Тут копейщики танчат кабанов бодро. Вражеский лорд мертв. Пошли, наверное, давайте одного
отправим сюда, на этих кабанчиков. А этих сюда. Вот за кабанами, конечно, бегать это такое. Пусть они сами за нами бегают, а мы пойдем куда-то сюда, короче. Можно летунов отправить, кстати, сейчас в ближнем бою сюда. На лучников. Лучники, наверное, тоже могут нам вломить тут так, не слабо. Ну, летуны у нас все-таки там под бафами, под всякими разными, да, поэтому может. Нам, да, надо, чтобы они дрогнули и все. Так. И чтобы больше они не возвращались. Это у нас поселение было, можно не добивать тут никого. Заканчиваем. Сейчас хочется немножко, чтобы меньше потерь мы несли. Поэтому я, может, реже, чем хотелось бы, от первого лица смотрю бой, да? От первого. Ну, в общем, с приближением. С кинематографичной камеры. Хочется как можно быстрее сейчас идти, ну, вынести быстрее змеюк синих, да, первым делом. А потом идти зачищать территории скегов. А там у нас уже границы с темными эльфами уже такие станут плотненькие. А темные эльфы, кстати, я, по-моему, не рассказал, да, во время хода своего, Марати выпилила все те армии, которые к ней шли. Уничтожила и эльфов светлых, и армию... бретонцев и еще какую-то там армию грохнуло. Это, конечно, да. Сейчас. И, кстати, вампиры тоже там что-то разогнались. Еще несколько поселений взяли в осаду. Какие-то там даже, по-моему, уничтожили. Давайте посмотрим. Да, уничтожили. Вот здесь. Караккадрин. И я на самом деле очень жду, когда вот эти вот имперцы соберут свои войска и пойдут все-таки воевать. А то пока они что-то все сидят по нычкам. И они, на самом деле, имперцы больше фигней страдают вот здесь, вот в территории, на территориях Норски, пытаясь держать там порядок. И гномы тоже, да, что-то сидят тут и никуда не нападают, ничего, но... Как минимум, гномы... Ну... Да, тут все равно ко мне прийти несложно. Влоги в этом тоже и восстания скоро везде будут. Ух. Давайте мы, наверное, стенки здесь укрепим. И, да, на общественный порядок здания тоже построим дополнительно. В общем, тут веселуха. У нас Муртежен. Он у нас идет, да, я забыл совсем, ему надо срочненько возвращаться в звездную башню, восстанавливать здесь порядок, пока там строение нормальное нет, самое не возведем. Давайте, кстати, здесь пока что на рост здания построим, наверное, может тут тоже, чтобы быстрее улучшить то, что у нас тут есть, да. По деньгам мы уже все тут взяли. К сожалению, наверное. Так, где наши... А, Краксигоры и Храмовая Стража, да? У тебя нету ни Краксигоров, ни Храмовой Стражи. У тебя есть простые Завры. Я думаю, мы можем вполне тебе прокачать и Завров тоже. Или в магии у тебя. Вот сюда на это... На регенерацию. Общественный порядок тоже. Ну такое. Давай лучше Завров тебе прокачаем пока. Кто у нас еще не ходил? Смотрим дальше. Кругар. Угу. Отдыхает пока.
Техенхауэн. Он тут плыл куда-то. Я, наверное, не буду там возиться сейчас. Там воевать нужно, а не хочется. Куда вы плыли все эти куда-то? Ладно, мы тогда двигаем. Тут Друдху, или как тебе, Друдху, правильно. Идет с Марати воевать. Сейчас с Марати ему, наверное, там вломит. У меня какие-то такие подозрения возникают. А, вот эту армию я хотел грохнуть, да? Ну ладно, пока плывем. Посмотрим, что там у Марати. Давайте повысим уровни. Кому что надо. Так. Тоже, да, на Краксигоров и Храмовую Стражу его качаю. Ну, может быть, когда-нибудь у него появятся и Краксигоры, и Храмовая Стража, и все остальное, о чем он мечтает. Тут, кстати, можно взять лекарство. Здесь нам не надо никакие строения для найма войск совсем. Все, 2000 осталось. Ладно, заканчиваем ход. Ой-ой. Ну, хочет договор о ненападении. Хорошо. Это... Я уж думал, войну мне решил объявить. Это было бы смешно. Но договор о ненападении, может... Да... Надо было сразу, наверное, да, когда он расторг со мной военный союз, договор о ненападении с ним заключать. И, может быть, какие-то другие еще договора, да, чтобы поддерживать отношения. Военный союз расторгли... Вот эти гномы. Может, войну объявят? А, у нас был с ними еще договор о ненападении, да? Ну ладно. Объявили войну мне, ну? Куда он идет? Куда идет этот дружок? На разведку вышел. На опушку леса посмотреть, где враги. Враги везде. Так. Да, вот-вот, что самое интересное было. Он вообще здоров? Он настолько уверен в своих силах? Что происходит? Ха. Интересно. Интересно. Так, 13 тысяч плюсом сейчас уже идет. А, гномы здесь тоже захватили где-то какое-то поселение. Вот это вот, по-моему. Плюс здесь уже идут и пограничники, и телея в несколько армий потихонечку тут. Может, что и дадут бой вампирам этим, да? В итоге. Посмотрим. Ну, а у нас сейчас бой будет с... Полностью армия восстановилась, а этот что-то... Отступает уже. Хорошо. Ну, там воевать-то особо не с кем будет, поэтому я его просто авторасчет... Ничего себе, не с кем воевать. Он мне сейчас выпилит тут половину всего, что у нас есть. Удивительно. Ладно, придется ручками отыграть. Тут тоже мне большие потери ни к чему, потому что... Крокгар сейчас быстренько возвращается вот в то одинокое поселение на краю пустошей. Хаоса, да, а вторая армия пойдет дальше воевать с хаоситами. Вторая армия у меня там довольно сильная вроде бы, да? Как раз, которую я собирал там долго, если я не ошибаюсь. И она там пойдет себе, будет гулять, крушить варгов, крушить норску и всех остальных, кого там встретят, чтобы покрушить. Так. Нам надо будет сейчас как можно быстрее выпилить мантикор. Не будет мантикор, будет все попроще. Отводим наши войска пока сюда. Тут и конница. Я уже вообще забыл, что за армия у Крокгара. Так.
Окей, начинаем и начинаем. Поехали. Стрелков у них никаких нет. Поэтому сразу мантикору нужно одну за другой выпилить. И может бомбы бросить. А, к мантикорам, да, нам даже подходить не обязательно, по идее. Или дальности не хватает, чтобы... Что-то они как-то не спешат по мантикору атаковать. Ну. Бах-бах. Чё-то, короче, такое. О. Получило немного. Оп. А мантикоры догнать могут, да? И в ближнем бою, смотрите, как больно-то. Ого. Это даже неожиданно немного было. Нам скорости не хватит, чтобы улететь, походу. О, тут тоже. В бою уже. Пошли, короче. Мы можем ускорить процесс, пока там воюют мантикора наши, да, мы можем вот этих ребят отправить в атаку всех. Ну, тут я плохо немножечко прогадал. Да. Сейчас защиту бафнем. А, вон она, тьфу ты. Тьфу ты. Я думал, что мы вынесли ее. Так, ты улетай. Я думал, мы реально ее вынесли. Ты тоже улетай. Нам надо сейчас Суртаека по-быстренькому грохнуть. Только никто его уже не бьет почему-то. Вот это я, да, переоценил немного моих тенчиков. Все. Окей. Но нам, кстати, надо их добить, потому что все равно придется еще с ними воевать. Или они раз отошли уже? А, они раз отошли, мы, да, сейчас армия будет распущена, все хорошо. Ок-ок-ок. Все, по идее, должны были выжить. Я надеюсь, что сейчас нам не скажут, что отряд понес слишком большие потери, несовместимые с жизнью. Не хочется лишиться уже прокачанных всадников. Знаете, проклятые мантикоры, а? Думал, они маленькие, хиленькие такие. Сейчас мы залп дадим и все. Ну, в принципе, Крокгар-то не тик-так-то, да, у Крокгара эти послабее будут. Я, кстати, даже не знаю, они у меня прокачаны у Крокгара. Вроде прокачаны. Я вроде... Ну, посмотрим. Сейчас, короче, пойдем. Мы сколько будем ждать второе пришествие хаоса? Да, долго мы ждать его не будем, конечно же. Но пока... Попробуем с Маздамунди что-то сделать, и если, да, Маздамунди там воскресим, не воскресим, получится, не получится. Если к этому времени ничего не произойдет, никаких намеков на второе пришествие не будет, то мы, наверное, тогда просто забросим забагованную эту кампанию.
Обидно, досадно, но ничего не поделать. Так, ты сможешь дойти? Надо было им, наверное, сразу куда-то сюда идти. Хотя 6 ходов еще есть. В принципе, успеет. Так, тут у нас никого, тут тоже никого. А, из общего резерва найма мы можем за один ход нанимать уже, да? Прикольно. Некоторые войска можем за один ход нанимать. О, летунов, например, пойдет. Но мне кажется, нам нужна именно какая-то сейчас пехота дополнительная здесь, в этой армии. Ну, возьмем, наверное, просто обычных завров. Один отряд, да? Второй у нас еще боец. А, кстати, этот боец у нас ни туда, ни сюда боец. Он у нас так, в качестве разве... Да, точно. У Кругара там полный комплект, и у него есть этот. Ну, тогда мы наймем просто еще один отряд пехоты. И в следующем ходу выдвинемся захватывать это поселение, это там посмотрим. Так-с. Эти в адской дыре сидят. Профукали все свои потенциальные поселения. Балбесы. Ну да ладно, давайте тоже на рост построим что-нибудь здесь. И первым делом надо посмотреть, кто у нас. Тик-так-то еще хочет очень походить и вломить кому-нибудь. Так, святилище, вершины. Мы можем захватить эти два поселения. Давайте мы сейчас парящую пирамиду авторасчетом заберем. Так. Девять процентов спас бросок. Парящая пирамида. Нам это тоже не надо, это тоже не надо здесь. Хотя тут скверно. Да нет, в принципе, не надо. Вот разве что ворота здесь потихонечку начинать везде строить, где можно. Здесь. Или здание на рус, чтобы быстренько, да? В принципе, да. Первым делом в рост пойдем, а потом будем стенками там заморачиваться и всем остальным. Это мне не нравится, это мне не нравится. У тебя, да, эта ветка тоже докачана. Окей. Так, мы, наверное, пойдем сейчас вот сюда куда-нибудь подойдем и станем в засаду. Сколько там у нас шанс на засаду? 100%. Пойдет. Он в засаду не попадает в любом случае, но он зато, может, не увидит, что я подхожу, да, и у нас будет время дойти до этого поселения в следующем ходу. Так. Так. Кто у нас еще не ходил? Вот тут вот ребята тоже, да, занимаются всякими разными делишками. Мы, кстати, да, можем попробовать вот этого уничтожить. Ну, надо посидеть немного здесь. Так. Тут у нас... Ну, тут у нас вроде все нормально, если... Эти решат на нас напасть, то мы первым делом забираем вот это вот поселение. Ну а пока просто улучшаем все в подряд. И я, наверное, даже подойду все-таки этой армии, выйду из этого и сразу куда-нибудь сюда стану, чтобы иметь доступ. Ну они, кстати, да, могут и сюда напасть, и куда угодно. Но ничего, мы тут с ними разберемся. Какие-то поселения, может быть, сдадим, какие-то это самое, да, им... Я думаю, отобьем этих гномов, если вдруг они решат объявить нам войну. Ну, может, не решат. Посмотрим. Здесь, наверное, пятого уровня обороны нам пока не надо.
Вот здесь я возьму, да, трешечку. Ой. Пять тысяч. Что у нас тут? Ничего построить я пока не могу. Ну, вроде пока ничего. Что-то против скверны я бы там построил бы с удовольствием, конечно. Но пока да. Даже не знаю, какие у нас тут варианты есть еще интересные. Ну, денег у нас нету. Поэтому о вариантах можно особо и не думать пока что. Хорошо. Так, а этот товарищ у нас, наверное, сейчас идет забирать зимний костер. Точнее, мы его забирать, наверное, не будем. Нам нет смысла его забирать. Хотя, алтарь отроди и конкла... А, да, здесь эти же дурацкие поселения, от которых толку никакого не будет нам. Без стенок, без ничего. Точно. И там особо ничего не построишь полезного, поэтому мы их, наверное, просто разрушим. Пусть там вот имперцы забирают им тут по приколу. Но надо будет дойти, разрушая все на своем пути, до лагеря варгов обязательно. И потом по территориям Норски пройтись. Потому что тут пока все эти живы, кино не будет. Совсем. Так, хорошо. Что, все, мы на этом ход тоже заканчиваем. Вроде бы все походили. Хинхаун не ходил. Ну, у него как бы маршрут не поменялся. Плывем, может быть, кого-то тут сможем подхватить, да? Тахинхаун, ты справишься с вот этими безобразиями мелкими? Я думаю, справится без особого напряга. Ну, если что, надо будет их попробовать грохнуть. А, так, кто еще? Все, остальные просто здесь стоят. Как дела у нас? Минус 3. Плюс 29. По-моему, они что-то построили на общественный порядок, потому что вроде как прибавляться стало больше. Было вроде плюс 27, теперь плюс 29 стало. Или где-то здесь, да, построили в этих поселениях. Ну ладно, мы скоро к вам вернемся. Скоро. Мне нравятся вот эти вот войска, конечно, но... Дадим мы им всем бой, зачистим всю территорию в округе, да, оставим только одно вот это вот поселение, будем его разорять, 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 и стоять там, пока восстание не начнется, пока скверны хаоса не останется, да, полностью, и пока не начнется восстание там. Короче, план такой. И потом, может быть, придет Маздамунди, и тогда надо будет его... попытаться, но, боже, смотрите, как их много. Ну, там флотоводцев много тоже, тут не стоит забывать. Но они выдвигаются в Ултуан. Но тоже, когда-то это тоже были поселения темных. Их отбили. Но вот здесь еще этим изгнанникам нехека достается. Там скавины бушуют. Так, как у нас тут у гномов дела? О, гномы сюда приперлись, боже мой. Я отключил отображение хода союзников. Так, намного быстрее. Ну, а нам сейчас союзников слишком много, и не особо интересно, что у них там происходит. А, да, я хотел Хемри затащить в войну с вампирами. Точно. Вот на вампиров давайте посмотрим. Гномы вроде в осаду Шварцхафен брали, да? И им отпор дали. О, даже эти пошли, смотрите, прикольно. Я бы Дракингов бы захватил. Там тоже золотая шахта. Как-никак, баблище.
О, бретонцы промчались на перехват этим. Эти все никак не уплывут, по-моему. Давайте посмотрим, сейчас ход закончится. Я забуду, наверное, к тому времени, как ход закончится. На Эврисе посмотреть, которые пробуждение захватили. Да, да. С этими гномами запросто надо договор о нападении заключать. О, да, куда пойдет? Бладуб. Давай в засаду прям иди ко мне. А, нет, пошел обратно. Если я подойду к нему, он, наверное, решит уплыть. Так, значит, Тахенхауэн, наверное, пойдет сейчас сюда, а вторая армия пойдет захватывать... вот там есть еще два поселения ничейных. Так, тут нам тут... Моркар, погибель людей. Войну мне когда-то объявил, да, походу? Моркар. Да, я хотел посмотреть. Ну-ка, давай. Подождите, нет никого в пробуждении, правильно я понимаю? Да, вот эта армия уплыла. Есть шанс, что пробуждение захватят вампиры. Класс. Я не хочу с врагом сражаться. Мне хватит жалкой доли сокровищ. Так, мы можем попробовать подплыть к вот этому товарищу. Тут у нас что, рост ростом, а общественный порядок, да, на единичку поднимется. Мне кажется, он будет стараться держаться от нас на расстоянии и не даст, чтобы мы так просто на него напали, правильно? Мне кажется, что да. Ну, мы в любом случае к пробуждению поплывем. Потихоньку. Типа я такой мимо проплывал. Похоже, нет? Посмотрим. Так. О, тут можно уже кое-что допостроить полезного. Мы можем улучшить, наверное, вот эту вот тему, да? Здесь, да, третьего уровня. А вот это, наверное, можно будет и снести даже. У нас тут еще единичка получится, да, и... Ну, будет вполне нормально, мне кажется, в плане порядка. И, может быть, получится захватить пробуждение. Я бы очень хотел. Я очень рад, что они уплыли, они вернуться сюда уже не успеют. Прям класс. Так, в режиме марша двигаем сюда, к монументу Луны. Они там войска не нанимают, ничего не делают. И в режиме марша двигаемся, да, сюда прям, как есть. Заберем вот эти два поселения. Почему здесь... А, это скверна этого, да, все правильно. Это от скегов скверна пошла. Это да. Так, пирамида. Что мы здесь строим? Наверное, тоже здание на еду. И вот, наверное, здесь мы построим этот... стены. Стены и здания на производство пищи тоже мы... На рост мы улучшаем по максимуму сразу, чтобы быстрее это поселение развилось. Так, тут может построить что-то, чтобы не это самое. 8000 у нас еще есть. Здесь я смотрел, да, мы можем опять же построить комплект вот этого безобразия. Окей. Так, а где... Куда все эти делись? Плавающие ребята. Тут же был кто-то прямо из них. Вот-вот, нет? Ладно. Идем на марша. Да. На марш тут. Марати разве что меня может встретить, но Марати я, думаю, с ней справлюсь. Тем более, что Дуртху идет. Дуртху.
не Друдху, а Дурдху, идет к Марате в гости. Я надеюсь, он ей вломит. А вот они, тьфу-ты. А чё я их не увидел? Вот зараза. Вот этих я бы вынес бы. Ну ладно, плавают себе и плавают. Чё это самое? Заморачиваться. Так, доход, стены. Все неинтересно. Плюс 30, да, ой, они тут что-то понастраивали уже. Я смотрю. Ты что от меня хочешь? Вот зараза. Пойдем, посмотрим. Буду ходить по их территории, пока они мне войну не объявят. Минус сотни отношения. Воюют. У них нету никаких союзов, ничего. Я могу им запросто войну объявить, да? А. Это полезно знать. Пожалуй. У них вроде как всего две армии вот эти, и все, больше нету ничего. Пойдем потихонечку их выпиливать. Да, в следующем ходу начнем. Пойдут там где-то бушевать, наверное. Неудобно для нас. Ну ничего. Так, Крокгар. У тебя был хитрый план пойти, во-первых, да, захватить вот это поселение. О, не хватает денег. Неожиданно. Так, люди добрые. Подайте, пожалуйста, на пропитание. Мне надо 1000, да? Дашь 1300? Спасибо. Больше мне не надо. Можно было бы, да, если бы было времени больше и желания больше попросить. Ну, я вот, кстати, да, еще попрошу сейчас у кого-то 1000. Было бы больше времени и желания, можно было бы ко всем поприставать и попросить у всех деньжат. Давайте у имперцев каких-нибудь или у гномов попросим. А, кстати, по-моему, у меня отношения с гномами что-то опускается. Договора с Хемри дают минус 35. Хемри у тебя в военном... Подожди. Ой-ой, Хемри. Хемри был с гномами в военном союзе. Ух. Неловко. Какие они все переменчивые стали, а? Да. Сейчас бы с гномами повоевать. Так, у Империи со мной хорошие отношения. Ну, хорошие, насколько это возможно. Дайте 1000. Спасибо. Если гномы мне войну объявят, вся Империя и Бретония вступятся за меня? Мне даже интересно. Ладно, мы тут все вроде сделали, да? Давайте сейчас проверим еще разок. Уже, наверное... О, Симпсон у нас. Точно, Симпсон никуда не ходит. Не походил, точнее. А должен был походить бы вот сюда. И причем тут какой-то такой... Как вообще? Как это вообще возможно? Да... Ну, мы это поселение разрушаем. Тут ловить нечего, и мы его просто рушим. И сейчас, наверное, отойдем куда-нибудь восполнить потери. Восполнить потери. Мы вот сюда как раз отойдем, да? А, мы никуда не отойдем пока. В следующем ходу. Уже отойдем, окей. А, это у нас армия-то слабая такая, я забыл совсем. У нее-то, ну... Лорд слабый, да? Армия-то, может, и не слабая, а вот лорд у нас такой себе здесь. Так, хорошо. Все, заканчиваем.
Даже интересно, сейчас Марате там пойдет атаковать? Или будет отступать? Ой, тут этих. Ну, флотоводцы, да, тут террор такой наводит. Знатный. О, не, Марате отступила, хорошо. Значит, сейчас или эльфы, или кто-то может захватить, например, вот это вот поселение. Может, я даже смогу захватить? Надо мне оно? Нет, его придется оборонять, а мне не хочется. Ну, можно, кстати, его разрушить, например, напасть, если не заберет его этот, да? Просто для того, чтобы немножечко поднять отношения из-за боевых действий со всеми фракциями, кто воюет с Нагарундом. Напасть, разорить, потом разрушить, например, да, или поразорять пару раз и поплыть себе дальше заниматься своими делами. Как там гномы, кстати? Чё у гномов за дела? Гномы там, по-моему... Или это их, наоборот, продави... Короче, непонятно. Нет, по идее... Сейчас, короче, посмотрим. У вампиров баланс сил поубавился уже. Они были заметно сильнее. О, да, империя наконец-то... Ой-ой. Только я хотел порадоваться, что вот, наконец-то, империя пришла. Все дела. Да, гномы разрушили вот этот Шварцхафен. И... По-моему... А, не, это Живбар, по-моему, да, территория. Та, которую, да, разрушили до этого сами вампиры. Временем, тем временем, разрушенный Шварцхафен захватили пограничники. Им тут, конечно, тоже из-за скверны придется не сладко, но... Может, у них еще получится что-нибудь захватить, да? Я не против. Так, все. Варги. Их не видно, это самое главное. Давайте мы вот это все пропустим, безобразие. Меня это не особо сейчас интересует. Они типа на меня напали? Они типа дурные вообще? Так, то есть... С вот этими пиратами, да, получается... Блин, я думал, что играя за этих, пираты нападают постоянно. Когда мы за берег вампиров играем. Типа, это их фишка, да, они там за пиратские эти звания воюют, за рейтинг пиратский, да. И я думал, что эти пираты как раз нападают. Они на всех подряд нападают, кто рядышком оказывается. Это и даже интересно. Надо Тахенхауна аккуратненько это как-то сейчас будет не слить бы. Здесь мы по-прежнему несем потери, но уже не такие сильные. Маршем ты не доходишь до этого. Ну, тогда будешь просто стоять в гарнизон, станешь в следующем ходу. Тебе можно вот этих вот супер крутых бойцов нанять. Так, порядок мы здесь запросто... запросто у нас тут этот Крокгар, поэтому, наверное, и запросто порядок держим. Давайте, идем сюда. И вот тут бы нам порядок удержать. Тем временем Крокгар еще и левелапнулся, и мы ему... Да, я его точно в боевое качаю. Все время забываю, куда я качаю Крокгара. Последние уровни, самые важные, конечно. Так, сейчас мы восполняем потери, значит, и идем этой армией дальше воевать. О, смотрите, да? Марате отступила. Я, по идее, могу захватить вот это поселение. Или не могу? Видать, не могу, да? Не хватает мне очков действия, чтобы туда высадиться и напасть. Или
Как-то... Обычно получается, то есть у меня еще довольно много вроде как очков действий, да, то есть я могу куда-то сюда вот выйти, например, высадиться. А, да, сюда, я могу приплыть, высадиться там не получится. Ну ладно, мы тогда отдадим это поселение этим, да, сами поплывем себе дальше. Даже без марша, на случай если... А эти напасть не смогут. Вот, тогда марша мы погнали. Может, сокровища вот эти какие-нибудь соберем там по дороге. Так. А, да, с гномами я хотел повоевать еще. Точно, я забыл уже. Надо, сейчас им обязательно войну объявить будет. Так, а этот дружок идет через ход другой, да? Хорошо, я поплыл. Я поплыл. Тут, в принципе, как бы, да, стенки есть. То есть мне придется какое-то время здесь потусить, пока восстание наберет армию. Есть тут... Да, есть. Короче, восстание будет хорошим вполне. Достаточным. Давайте построим здесь здание на общественный порядок, наверное. Чтобы стабилизировать здесь ситуацию. И... Гарнизон тут слабый. Здесь гарнизон... Это, кстати, тоже, да, кусок моей провинции. Окей. Я, наверное, сразу нападу сюда. Есть у тебя там кем нападать-то? В принципе, есть, но двух еще не хватает бойцов для полного счастья. Ну тут придется, короче, ручками тоже, наверное, воевать. Объявляем им войну. Я же могу им объявить войну, да. Все переменчивые какие-то, я никого звать не буду в эту войну тоже. Поэтому поехали. Да, тут ручками придется воевать. По-другому никак. Сцинки в этой битве очень хорошо зайдут против гномов, потому что, да, гномы у нас в броне. А сцинки будут эту броню перебивать. Так, я что-то не подумал, что да, я забыл, что у них стрелки-то тоже есть. А, у нас эта армия тоже достаточно слабая. Но у них тоже там и войска такие не очень. Давай в фокусе лорда. Может быть, даже вот так вот сделать. Всех на вражеского лорда отправить. Ну, всех, кроме... Стоп, стоп, стоп. Ты не иди туда. Ты давай лучше вон защиты кому-нибудь дай. Надо было подождать. Посмотреть, кому вламывать будут больше всех. Так, хорошо. Тут приходится несладко. Тут две армии слишком много. Здесь пойдет. Сцинки идут потихонечку. Броню всем снимать. Я, наверное, даже вот этот отряд сюда подведу. Пусть работают с тылу. Это маг у нас. Этот, да, там все нормально. Быстренько сейчас этих гномов добьем, я думаю. И даже не будем особо на них отвлекаться. Пытаться их догнать, пойдем
сюда. Так, как у нас тут дела? Держатся наши ящеры. Что там, лечилка через 13 секунд будет готова. Лорда вражеского мы ничего ему не сделали до сих пор. Он, никто уже и не пытается даже ничего ему сделать. Да, вот эту вот армию тоже полечить будет неплохо. Так, давайте стрелков мы быстренько попробуем окружить. А то они что-то беспределят совсем. Сюда пойдем сейчас этой армией как раз. А, типа, вернулись. Так, все, порядок. Идем даже, наверное, сюда. Хотя нет, надо стрелков все-таки дометелить. Кстати, вражеский лорд. Он еще есть, зараза, живет. Мне вот это вот не нравится, то что, да, ты скажешь отряду бить одного, а он периодически там через какое-то время переключается на какой-нибудь другой отряд. Все, я думаю, тут мы уже можем даже скорость включать. У нас время много. Победа. Добивать никого не будем. Это поселение. Так. Сейчас они быстренько соберут десяток армий. Вот это будет хорошо, конечно. И захватят половину Люстрии себя. Вот это будет, конечно, неловко. Но, с другой стороны, у меня там тоже почти все поселения с укреплениями. Им нужно будет ждать осады каждый раз. Я думаю, мы успеем. Вот это вот стрелки, да, все были? Да. Хмурая бровь и верный глаз. Отличные имена у них. Они нашли друг друга, кажется. А мы это поселение забираем. Это часть наша. Теперь у нас полная провинция, да, есть. Хорошо. Захвачена провинция. Берем это. На самом деле я могу забрать вот это вот поселение и потом помириться с гномами, если что. Больше мне от них, по большому счету, ничего не надо. Вот это их основная, как бы, провинция. Неинтересна мне. Но я могу ее и забрать. В принципе, что мне. Больше всего меня вот это вот поселение интересует. Ну и пробуждение тоже интересно. Так, давайте мы в этой серии я хочу посмотреть на судьбу этих двух поселений. Здесь... Пожалуйста, авторасчет, спасибо. И даже никто не умер. Ура! Это поселение, да, мы тоже забираем. Монумент Луны. Восстанавливаем его сейчас. Фракция синих змеюк уничтожена. Они через какое-то время, по-моему, опять появятся, нет? Так это работает или не совсем?
Так. Маглевел апнулся. Доход, специализацию мы берем тебя уже, да? Хотя можно было оппортуниста взять. Пригодилось бы. И идем захватывать вот эти поселения. Святилище Сотока нам ничего интересного не дает. Это тоже нам поселение ничего не дает интересного. Порт, хорошо. Мы уже близки к начале войны с скегами. Этих нужно будет еще грохнуть, они тут зависли немного, по-моему. Кстати, да, скеги тут куда-то поплыли с кем-то воевать еще. Они могут просто, да, пойти куда-то к вот этим поселениям, которые у меня слабо защищены. Будет неприятно, если мы упустим их. Так. Все. Давайте повышаем уровни, кому там надо. Это... Поддержание порядка, ладно. А, да, и здесь тоже ж полную провинцию мы взяли. Хорошо. 9000 деньжат у нас есть. Давайте быстренько сейчас посмотрим, на что их можно потратить. Так. Еще пятерочка. Все, заканчиваем ход. 16 тысяч уже за ход идет. В принципе, неплохие деньги. И еще эти деньги увеличатся со временем. Главное, чтобы эти вампиры к нам сюда не пришли. А то их так вытесняют уже, потихонечку вытесняют вроде, да. Они сейчас как психанут, пойдут к нам. Что Марати, да, будет делать? Вот интересно очень. Она дальше отступает. А нет, она не отступает. Ух ты. Они такие выстояли. Приятно. Я обязательно вступлю с ними в войну через пару-тройку ходов. Когда мы подойдем, займем там позиции сразу удобные, чтобы позахватывать сразу у них все. Если они нам войну не объявят. Интересно, захватят эти эльфы? Мистнар. Или не захватят? Тут поселение было где-то разрушено тоже там, да, кто-то? Кто-то кого-то. Вампиров несчастных там прессуют уже. Даже жалко их немного. А с другой-то стороны, сейчас гномы закончат войну с вампирами, а потом как мне войну объявят. Будет, конечно, да, неприятно. О. Все, вампиры потеряли свои позиции. Тут нету какого-то уникального сооружения для всех, чтобы там от скверны что-то, может, где-то защищало еще или что-то интересное такое, необычное. Наверное, нету, только вроде для вампиров. Так, Эссен захватили у вампиров уже тоже. Скоро подойдут к их двум вот этим основным поселениям. Смогут ли они что-то сделать? О, Телея захватила уже Форт Оберштир. Молодцы. Скоро здесь скверны уже не будет, мне кажется. Быстро. Быстро. Я думал, будут дольше они с вампирами тянуть. На самом деле, как бы, да, это поселение еще попробую взять, да? Ту столицу тоже, наверное, не так-то просто будет захватить. Так. Пока, мне кажется, укрепление еще рано здесь строить. Поехали. Симпсон, ты, значит, становись в режим укрепления и сиди себе. О, кстати, тут прямо аж это скверно бушует.
заметно. Давайте пока построим, наверное, монумент древних. Ну и будем эту качать потихоньку. Наверное, Симпсона даже заведу в крокодрак. Он так быстрее восполнит потери и больше общественного порядка будет. Крокгар сидит здесь. Сидит и скучает. Больше вариантов никаких нет. Разве что... О, кстати. О, вот вариант, чем себя занять, чтобы не так сильно скучать. Тут даже вон уже территория бесквернно начинает появляться кое-где местами. Так, давайте паука слушаем, пока этот товарищ идет. О, он даже доходит сразу. Чудесно. Вершины маку забираем. Столичная территория пойдет. Краски возьмем, наверное. Или нет? Давайте краски не будем заморачиваться с ними сейчас. Лучше на еду. Пофуражируем немного. Так. Ну и эта армия потихонечку сейчас двигается в режиме марша куда-то сюда. Как тут удобнее? Да, вот сюда. А. Ну да, надо просто ближе подойти, и все нормально будет. Так. Незапятнанность. Плюс 2. По-моему, будет неплохо. Как раз сейчас довольно полезно. Я возьму. Плюс, ну, 5% спасброска тоже, как бы, да, игнорировать не стоит. Для всех отрядов в армии это очень и очень неплохо. И тоже борьбу со скверной здесь возьмем. О, тут у нас порядок. Так, по-моему, нам надо и проще будет посмотреть. Что, еще там кто-то левелапнулся, да? Опыт получают, когда захватывают поселение. Магия у тебя прокачана, бессмертие прокачано. Что тебе еще вкачать? Борьбу со скверной? А, давай возьмем вот эту тему. Разведка пусть будет. Наверное, еще куча всякого хлама, который можно использовать. Да, давайте вот так. Тик-так-то походил. Этот товарищ в следующем ходу будет восстание. Мы можем выйти, наверное, куда-то. В режиме марша. Стать где-то здесь, в сторонке. В следующем ходу я просто в укрепление перейду, да, и ну, так удобнее будет. Так. Техенхауэн. Все плывет и плывет. Давайте, наверное, не буду в режиме марша, наверное, мчать. Сломя голову. Хотя вроде никого поблизости и нет. Чоп тогда и не помчать. Морская достопримечательность, которую нельзя в режиме марша забрать, к сожалению. Ладно. А, как там... А, блин. Просто разрушил это поселение. Я хотел бы, чтобы он его захватил. Но с другой стороны, да. Он его захватить-то может и захватит, а толку... Не будет никакого, потому что удержать он его, скорее всего, не сможет никак, потому что гарнизона там никакого нет, ничего нет. Где еще у них поселение? Так, 2000 осталось, ни туда, ни сюда с этими 2000 мы, наверное, тогда еще... А, стоп. Все, конечно, хорошо, но Ринки-то еще не ходил. А должен был бы походить. Я думаю, хватит нам авторасчетом забрать вот это поселение. Не хватит нам авторасчетом забрать это поселение. Ай, ладно, я сейчас... Ну, не с кем воевать же, ну... Блин, на паузе отыграю его. Ну, может быть, пару кадров покажу из этого боя. Как мы этого, да... полководца избиваем.
Это вообще отвернулась от него, ну его в бань. А не, хвостом. Ой, по-моему, взорвался. Дружок. Сценки наши заходят. Ну, в общем, война тут такая, условная. Помяли немного нашу пехоту, и магу досталось. Я его что-то пустил вперед, ему как залп лучники дали со стен. А он у нас на этом, на Тирадоне, да, и первым полетел. Ну, в общем, я успел его увести, слава богу. Терять его не хотелось все-таки. Берем это поселение, конечно же, и захвачена провинция. Так, нам надо третьего уровня как раз провинция, и через пару ходов, мне кажется, мы сможем апнуть. Давайте я даже, наверное, поломаю вот это вот и вот это. Ни то, ни другое здесь нам не нужно. И содержание минус 15 для всех тирадонов и репродактилей. Ранг новых отрядов плюс 2 для тирадонов и репродактилей везде. И боеприпасы плюс 20% опять же этим армиям. Вот это вот потрясающее просто уникальное сооружение для Тик-Такта. И если бы я о нем знал, можно было бы его еще раньше взять и еще больше делать упор на этих всадниках на тирадонах. Потому что, да, им, ну, боеприпасов местами не хватает. Так на 20% больше это уже заметно усилило бы армию летунов. Ну и содержание уменьшило тоже, это было бы очень и очень полезно. Так, у тебя пока тирадон, и магию тебе какую возьмем? Давай добавчик тебе возьмем. Борьба со скверной тебе не нужна. Так, этот гном по-прежнему сидит здесь, ничем не занимается, никуда не хочет идти. Хорошо. Я, в принципе, могу уже с вами мириться. Но они мир сейчас не захотят, да, там, в любом случае, 10 ходов они мириться не будут. Меня теперь пробуждение интересует больше всего. Надо дождаться в этой серии и узнать судьбу пробуждения. Возьмут ли ее повстанцы или нет. Там, как по идее, этот Лютер Харкон должен появиться. Со своими этими. С берегом вампиров. Так, Нагоронт. Чем занимается? В засаду сели. Захватили эльфы, да, это поселение. Ладно, я как бы только за, чтобы оно им досталось. Ну, на Гаронда тут только вот эта вот армия. Марати куда-то делась. И Марати, наверное, как раз, может, кто-то вломил, да, из союзников наших. Вот это все флотоводцы. Вот это вот только, да, армия в гарнизоне сюда села. И эти не возьмут. Это поселение не смогут осилить. А, вампиров еще тоже, да, надо глянуть. Интересно, как у них тут дела. Ну да, они дружно убегают к своей основной столице. Там им оборону держать будет проще. Но тучи сгущаются, прям со всех сторон ползут на них. Все, кому не лень ползти, собственно. Блин, надо, чтобы Империя с Остермарком конфедернулась. Прям очень надо. О, Марати спалили где-то. А то мне не нравится. Да, тут гномы, конечно, зашли. Но Бретония территории свои потеряла. И Норская... О, кстати, тут разрушили... О, это эти пошли. Молодцы, имперцы. Захватили, не захватили, разрушили столицу варгов.
Может быть, они еще и вынести их смогут. Ну, я, наверное, пойду все равно. У меня сейчас как раз восстановит потери этот... Не-не, мириться с тобой невыгодно вообще никак. Вот это вот разрушили это поселение. И Остермарк захватил вот это вот еще поселение у них. Прикольно. И ходы уже довольно быстро идут, да. Так, так. Но. Ходы идут быстро, это все чудесно. Но нету второго пришествия. Мы ради этого все затеяли. А его нет. Давайте, наверное, рост добавим. И ворота тут потихонечку тоже, может, начнем строить. И в режиме марша, наверное, пойдем потихоньку. Наверное, забирать авторасчетом все эти территории у него. Так, дальше. Дальше. Тут целая пачка... Молодцы. Хорошие войска. И мы, в принципе... Нет, мы не достаем еще. Подойдем ближе. Давайте станем... Никуда мы не станем. Почему я, кстати, не могу? А, нет, все правильно, да. В режим астромантии я хотел как раз встать. В следующем ходу еще этот товарищ восполнит потеря. Можно попробовать его. А, тут не пройдешь так просто, да? Ну, хотя бы вот так. Может быть, успеем на марша. Так. И... Давайте, да, пока что здесь все в рост пойдет. Угу. Ну, кстати, такие скромные пока что, во всяком случае, войска. Я ожидал чего побольше, чего получше. Они тем временем... Нет, стенки еще не построили. Но гарнизон такой, в принципе, добротный. А, может, здесь стенок даже нету, может быть, здесь, да, вот это вот одно. О, тогда это плохо даже. Ну, посмотрим, они, по идее, еще будут войска себе нанимать. Я надеюсь. Я очень надеюсь, что они захватят это поселение. Потому что если не захватят, это будет вообще... Ужасно. Так, сколько там еще? 13 тысяч есть. Давайте побыстренько посмотрим, где что можно апнуть. Тут пока не будем. Тут... Давайте уже построим эту тему. Все, 2000 осталось. Так. Крокгар тем временем захватывает лагерь берсенлингов. Полная провинция у нас захвачена. Сможем здесь... Сколько, кстати, две незапятнанности дает вот эта вот тема? Время сопротивления осаде плюс 2, но тут осады, конечно, такое. Давайте, наверное, против скверны возьмем тему для начала. Порт здесь будет. Ну да, тут, как я и говорил, стен не будет. Только вот эти две темы, но... Но все равно это будет дополнительный гарнизон, и если второе пришествие когда-нибудь случится... А мы на это надеемся, конечно же. Блин, отсюда что-то выводить войска сейчас не это. А, да, скверна-то наоборот, скверна уменьшается. Блин, я... Долго идти слишком. Долго и не хочется. Ну, если выйдем, то... Идти будем раз, два, три, четыре хода. Это даже если при самом лучшем раскладе... Давайте попробуем выйти вот так. А, это я на марше вышел. Тьфу ты, ну ты. Ну да, и так уже 11 ходов. Короче, не вариант уходить куда-то сейчас пока. Ладно. Здесь тоже, по-моему... Или нет, здесь еще стены у нас будут. Вот тут стен не будет. Денег не хватает на этот, как обычно. Ладно, мы не будем даже просить ни у кого. Давай, переходи. Это пропустил. Я думал, он заберет на автомате.
Но не забрал. Ладно. Мы можем тогда... пошли, наверное, грохнем этих. Это план хороший. Зайти в тыл Норске. И поразрушать их поселение здесь. Это прям будет очень хорошо. Окей, кто еще не походил у нас? Все, все походили. Окей. Какой-то бич хочет с нами помириться, и я, наверное, с ними помирюсь. У меня нет причин с ними воевать. А еще я увидел налет где-то какой-то. На наших территориях. Ну, давай. Симпсон стал волевым лидером. Так, мне запятнанность на всю фракцию. Где это? Спектрозума. Джунгли зеленой мглы. Где это? Где у нас спектра зума? Вот здесь вот, наверное, да? Вот тут. Святилище. Нет. Моя не понимать. Давайте посмотрим, где у нас... Горы великанов, тут как бы понятно. Ты, наверное... Давай, становись вот так. Я тогда что-то не понимаю. Как там еще это поселение было? Джунгли зеленой мглы. Джунгли зеленой мглы. Это этот... Разуму, кстати, апнуть будет неплохо. Так, ну ладно, мы уже готовы к наступлению на скегов. Вот это, мне кажется, что может быть все территория скавинов, с которыми воюют эти. Может и не быть, может быть это просто разрушенные поселения, но... так, я надеюсь, что скеги, которые тут где-то плавали, были уничтожены. И мы тогда идем на марше сюда. И нападаем на них. Да, нам, в принципе, как бы просто объявляем им войну и все. Они с Нагорондом воюют, мы и так воюем с Нагорондом и... Будем ли мы кого-то? Мы никого не будем звать. В этой войне нам точно никто не нужен. Так, и авторасчетом мы выпиливаем вот это вот все безобразие. Здесь без проблем. Оккупируем поселение, конечно же. Так. Противник погиб в битве. А как у них... Вот это, наверное, у них вся армия. Хотя нет. Кажется, кто-то что-то где-то у них еще есть. Так, ты будешь, наверное, пока что ловить потери. От этого никуда не деться. Улучшаем первым делом столичное поселение. Да, здесь, наверное, тоже пока что здание для роста поставим. Так, и дальше порт Корсар захватываем. Столицу скегов, рассветный зиггурат. И будем мурыжить потом Гексаатль. И вторая армия пойдет захватывать вот это вот поселение. Так, 17 тысяч плюсом идет. Давайте посмотрим, кто у нас еще не ходил. Крокгар не ходил. Крокгару надо куда-то ходить. Не надо ему никуда ходить. Он остается на месте. Техенхауэн, да, плывет в тыл к врагу. Чего ты сюда не можешь приплыть? А, кстати, да, тут, наверное, выйти можно только здесь. Я с воды, наверное, сюда не выйду. Хотя там порт есть.
Значит, по идее, выход должен быть. Но игра мне советует выходить на берег тут. Ну ладно, пойдем, выйдем на берег там, посмотрим, постоим, может быть, через гарнизон, короче, пойдем. Так, будем брать мы тебе... Да, наверное, возьмем тебя Тирадона. На марше плывет, хорошо. Альбион это у нас... Какое-то поселение этих тоже, да? Мы его трогать не будем. Норские поселения. Так, здесь надо, наверное, какое-нибудь вот это вот тапнуть поселение. Лапчики. Похоже, эти лапчики. Снесис этот у нас, да? Идем сюда. Ну и все, мы готовы заканчивать и этот ход тоже. Да, про ринки я забыл на самом деле. Вот и можно было бы и походить нормально. Ну, я в принципе как бы куда-то пошел, можно было бы дальше подойти, ближе к поселению, ну, неважно. Налеты в спектрозуме продолжаются, ну, вроде... Ничего там страшного, я надеюсь, произойти не должно. Давайте идем. Это у нас рудник. Понятно, это ничего у нас. Забираем поселение. Очень неудобно гномы себе стоят там, да? Никуда не выходят из своего поселения этого. Прям кайф. Так... Порядок здесь не меняется. Ну, немножко денег, да, меньше мы зарабатываем из-за этого. Но пойдет. Так, хорошо. Двигаем дальше в порт Корсар, пожалуй, этим тик-так-то, да, основным нашим лордом. Забираем его. Хорошо. Полную провинцию мы захватили. Так, в порте Корсар сразу стенки построим. После порта. Двигаем теперь. Давайте вот сюда я выйду. И здесь буду восстанавливать. Не самая удачная идея была здесь восстанавливать потери, потому что они тут что-то не восстанавливаются по большому счету. Ну ладно, нам этого особо и не нужно. Минус 3. 23. О. Срок лечения ран. Я надеюсь, тебе вообще не пригодится. Никогда. Кто там еще у нас левелапнулся? Сопротивление магии. Давай тебе боезапас. Так. В этом поселении давайте денежку вапнем, еду и стеночку дополнительно уже можно будет организовать. Так. Так, еду, торговлю. 12 тысяч еще осталось. Надо будет сейчас проверить, кем я тут еще не походил. По-любому кем-то не походил. Так. О. Я возьму тебе карнозавра первым делом. А потом можно тебе взять будет и, наверное, скидку на завров. Потому что тебе, кроме завров, я думаю, ничего и не нужно будет. Потому что... Давайте, кстати, добавим парочку. Вот так. И пойдем дальше. Тут, да, кроме завров, мне кажется, этому товарищу ничего будет совсем-совсем не нужно. Это мы убираем, это мы перестраиваем. Как у нас? Уже, да, через три хода можно будет уникальное сооружение здесь поставить. Скверна скавинов проклятая растет. Но порядок пока в норме. Но мы тут, я думаю, тоже сможем удержать. Как дела здесь? Давайте посмотрим.
Чё-то вообще войска у них никакие. Я надеялся, что из-за того, что да, у них есть поле для тренировок, здесь будут какие-то войска посерьезнее, чем вот это вот. Блин, они не возьмут. Они не смогут взять это поселение. Ну, кстати, у Евриса нет никаких союзов ни с кем. Ну ладно. Мы будем просто болеть за... Виктора. Витя, давай. Ты должен затащить. Мы все за тебя болеем. Правда ведь? Есть кто-то смотрит еще? Кто-то болеет за Виктора, как я? Я вот болею. Так, мы что, заканчиваем, наверное, этот ход? А, стоп, давайте посмотрим, кто у нас не ходил. Там у этого хитрые планы были. Вот Эхенхауэна. Вот сюда выйти, да? Только выходить мы будем, наверное, в следующем ходу и потом потихонечку. Мелкими перебежками да пойдем. Так, Ринке свое отходил. Симпсон. Симпсон может пойти потихонечку куда-то туда, наверное, да? Как тут дела? Плюс 5. Будет плюс 6 через 4 хода. Все равно как-то слабо, конечно. Ну вот, выйди, например. Ну, минус 1, ладно. Посмотрим, что будет, когда этот герой, в принципе, выйдет из поселения. Может, что-то сможем кого-то где-то там перехватить еще, да? Грохнуть. Все, заканчиваем ход и... В следующем ходу, наверное, будем и серию заканчивать. Серия у нас долгая, и таких серий, в принципе, еще парочку, может быть, сделаем. Если за это время второго пришествия не случится, как раз, я думаю, за это время мы Маздамунди сможем воскресить. И, может быть, даже там с Нагарондом где-то повоевать чуток успеем, да. Если за это время все-таки ничего не произойдет такого, ведущего к... победе, да, то ну так и будет. Тут уж ничего не поделать. Забагова... Ух ты! Молодец! Это кто там? Теклис пешочком, да, вломил двум армиям темных. Молодец. По-моему, Теклис это стоит. Хотя вроде с луком кто-то. Не видно, короче. Витя, давай! Витя, ты должен затащить. Блин, у него нету шансов никаких. Просто никаких шансов у Витька нету. Как бы ему помочь? Эх. Стоимость строительства... Да, я, в принципе, не против. Это будет полезно. Да, вот здесь мы можем стеночку построить. Надо нам стенка. Да, наверное, сразу поставим. Вот в этом поселении. И давайте попробуем выйти с территории. Сколько мы получаем? Минус 3, в принципе, терпимо. Терпимо. Через 3 хода минус 2 будет. Но, кстати, да, повысится скверно. Да, тут без здания на сопротивление скверны ничего не будет. Нам долго идти. Ладно. Бессмысленная затея вообще. Короче, вернемся сюда. Не будем сидеть здесь. Пока поселение это у нас разрастается, а там разрастется, можно будет что-нибудь и подумать. Давайте, наконец-то, мы порт здесь сделаем. В Мерзлом береге все-таки есть
А, ну да, просто небольшое укрепление, дополнительно не укрепление, а просто гарнизон без фактических укреплений. Ой, вернись. Хорошо. Ну, сидим, ждем. И будем надеяться, что когда-нибудь Архаон придет еще раз. Мы так скучаем по нему. Так скучаем. 4, 5, 6, 7, 14, да? Ну, блин, тут просто все вот эти лучники, они просто перестреляют всех этих дохлых скелетов в легкую. Разве что они будут, ну, не пойдут в контрнаступление, и эти не станут нападать. Тем более еще и укрепления там, ну, это вообще бесполезно, безнадежно, ужасно. Я расстроен из-за этого. Витя подкачал немного, конечно же. Может быть, следующее восстание, да, рано или поздно тоже может случиться, и к тому времени у них будут какие-то другие... Давайте, наверное, сюда сразу идем. Другие строения, да, и, может быть, повстанцы будут сильнее. Мы забираем, да, это поселение. Тут тоже может быть для нас что-то вкусненькое. Опыт местным армиям. Незапятнанность плюс 10. Красиво. Это красиво. Я, наверное, здесь построю стену на всякий случай, потому что тут места опасные. Сюда могут приплыть залетные ребята очень даже быстро. Что мы тебе тут качаем, я уже не знаю. Копье не хочется. Проклятие. А, проклятие, да, вот-вот. Проклятие вполне себе неплохое. Так, гексатель ты возьмешь? Он, наверное, возьмет гексатель. Блин, ну опять же, да? Сейчас как авторасчет меня тут рассчитает. Что у них? Плюс 15. Нам надо, в принципе-то, не взять гексатель, да? А, ладно, я, наверное, не буду спешить с гексатлем. Лучше я в порт Корсар зайду, и потом до гексатля я в следующем ходу доберусь. Нам нужно его просто разорить будет. И этой армии надо вот сюда будет приплыть. Тут, правда... А, ну все... О, как я ненавижу их, боже мой. Вот это вот такие армии, это просто дичь какая-то. Это вообще... Просто ахтунг. Там, если без авторасчета, это... О, это боль и страдание будет. Так. Что мы тут? Стеночку построим, мы идем дальше. О! Тише, тише, тише. Я как-то не обратил внимания, что здесь потери мы будем нести. Но потери вроде как скромные, да? Мы на своей территории еще стоим. Это да, тут. И катапульта, он если на нас напоет, вот это поселение, я не знаю, мы возьмем или нет. Этой армии-то. Вполне можем и не взять, разве что... Я даже не знаю, что тут разве что. Пойти туда и надеяться, что этот будет сидеть и никуда не выйдет. На засаду он не поведется, скорее всего, никак. Тем более засаду тут и негде. Вот разве что вот здесь где-то попробовать. Шанс 56%. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот разве что здесь где-то засаду, да? Тут тоже 56%. Ай-яй-яй. Ну, лорд этот слабый. Ладно, постоим пока, подумаем. Что мы можем там сделать, разве что помириться с ним, да, как я и давно планировал. Чтобы не вести сюда вторую армию. Можно было бы вторую армию привести, конечно, но... Мне кажется, что не нужно. Да, здесь золото есть. Так, выходим... Не выйдем, да, мы так просто. Ну ладно. Марфиз! Ну, кстати, потери незаметные такие несем. Поэтому можем даже, я думаю, подойти ближе к поселению, чтобы уж наверняка в следующем ходу на него напасть. И его разрушить.
Тут все собрались, гномы, имперцы, бретонцы, Остермарк и куча всего. И мы довольно бодро их прожимаем. Мы. Они пока без меня прожимают довольно бодро. Тут обидно. Обидно за Витю. Так, у нас еще 6 тысяч есть. Кстати, эти не хотят конфедернуться? Не надумали? Случайно, где они тут? Ты дурный. Хорошо. Я думаю, что мы... Нам, да, все равно надо будет... прежде чем закончить ход, нам надо будет... прежде чем закончить серию, надо будет закончить ход. Давайте сейчас ход закончим, и тут уже как бы понятно, что Витя, скорее всего, не справится с 95-процентной вероятностью. Он не сможет ничего сделать тому поселению. По идее, эти на меня нападать сейчас не должны. О, сюда бретонцы тоже выбрались. Молодцы. За вампирами я уже давно, да, не слежу. Тут захватили основную эту столицу. Как там она называлась? Короче, там походу уже все захватили у вампиров, практически их и не осталось. Сейчас давайте посмотрим напоследок. Вампиры закончились, армии уже нет, да. Скоро и темных эльфов то же самое ждет. Как придут к вам в дварфы. О. Тут, да, все собрались тоже. Вампиры бегут. Бегут. Бедолаги. О, этот сюда идет, смотрите, молодец. Хакка. И в Рисе, кстати, тоже без войск. Блин, их могут конфедернуть хранители знаний. Запросто могут конфедернуть. И если они это сделают, то мы тогда никогда уже... А, кстати, по-моему, у них... Да, вот тут вот поселение появилось. Да-да-да, и в Рисе. Третье. Вот это плавают, захватывают все, что плохо лежит. Думаю, потом что с ними делать. А, гномы, давай. Чокнутый. Идешь на меня? Идет на меня. Шансы у нас примерно равны, да, игра говорит. Хотя мне кажется, что у них полоска чуть побольше. Так, у них раз, два, три, четыре, пять стрелков. Серьезные вот эти вот ребята. Ну, мстители такое. Ну, они тоже вламывают не слабо, конечно. И стоят до последнего, пока не умрут. Ну. А у нашего мага дебаф на противника в зоне действия. Давайте сражаться. Не дает игра нам так просто закончить серию, да? К третьему часу идем. И бой сейчас будет непростой.
У нас один летун, который не сможет законтрить. Ничего тут, в принципе, законтрить он не сможет. И катапульта нас будет обстреливать. А, у нас, кстати... А, я даже не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, плохо. То, что мы сможем тут себе стать, да, и... Они просто реально будут стрелять по нам, и все, они не будут подходить. Нам надо к ним идти. И нам идти придется через вот этот перешеек. А кто у нас? Магна. Маг летает. Но у него, да, у него нет дамажащих заклинаний никаких. Плохонько, плохонько. Но интересно, как минимум, да? Даже, наверное, может быть... А нет, пусть, в принципе, стоят спереди. На подхвате эта армия будет... Мне кажется, они будут реально просто стоять, они не пойдут к нам. Будут просто обстреливать и обстреливать. Мы тоже, кстати, их можем что-то где-то, наверное, пообстреливать немного, да? Если достанем. Ну, хотя бы так, по-скромному. Так. Это будет наша разведка. Лорд у нас... А, у лорда уже есть Карна. Хорошо. Хоть что-то. Главное, под мстителей не попадаться. А то плохо все закончится. У нас сцинки. И еще один отряд копейщиков, который тоже тут, наверное, где-то на подхвате будет. В большей степени. Это лечащие, да. Ты пока тоже тут будешь посерединке. А сцинки. У них передовое развертывание. Мы можем попробовать их вывести вперед. Может быть, пожертвовать ими, отправить их на катапульту. Попробуем сейчас, короче. Ой, больно будет, ой, больно будет. Ой-о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 й
Катапульты дадут нам жару. Катапульта одна, конечно. Ой, они сейчас выпилят просто. Ой-о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 й. Но мы тут, да, ничего не сможем толком сделать. Разве что реально выйти сзади с цинками к катапультам. Эти все летят и летят. В три отряда они сейчас просто выпилят моментально. Лучше бы я ради бомб поберег бы, может быть, этих ребят. Но с другой стороны, боеприпасы у них заканчиваются. У нас кристалл лечения есть. Сколько-то там зарядов у него еще осталось. Мы не успеем долететь до этих, да? Добежать, точнее. Куда поехали? Ну хотя бы... Ой-ой-ой, больно как. Но кстати, а если они по своим же Friendly Fire, там все дела, будет? Я надеюсь. И сынки тем временем. Врываются. Врываться-то просто некуда уже. Проблема в этом.
Все, улетаем. Давай. Пим. Пим. Ступай. Сынки, убегайте. Убегайте. Сынки должны быстрее бегать, чем гномы, заметно, поэтому проблем у них не должно быть. Стрелки ничего им особо тоже делать не должны. У нас тут кто? Ну, по этим ребятам, да, могут пострелять. Так, вы улетаете? Улетайте, я говорю. Нам надо, чтобы вы жили. Ну, ладно, мы стоим пока, пожалуй. По этим еще тоже палят. Вот, наверное, поэтому по груни стрелять смысла даже нету. Побежали. Давай. А, надо было, наверное, стрельбу без приказа выключить. Давай. Уходим, они сейчас... Ну, кстати... Мы как минимум можем вот так вот еще сделать. Они сейчас отойдут на какое-то расстояние и, по идее, должны будут скрыться. Из виду. А если нет, то мы... Может быть, успеем вернуться сюда? Ну, стрелки больно дали. Залп такой неприятный. Но они тут уже давно постреляют. Можем, кстати, сейчас стрельбу без приказа включить и пострелять по вот этим вот ребятам. Это ребята с двуручниками, они должны хорошо на наши дротики реагировать. Правильно. А мы тем временем ведем их сюда. Как там лечение? У сцинков довольно большое сопротивление, 40% к выстрелам, поэтому можем немножко постоять. Но они отряд выпиливают потихоньку. Мимо. Еще одни долгобороды подходят. Довольно бодро. Кстати, опять же, да? Отряд практически полным, кажется. Ну, хотя 74, ну, ладно. Эти стали что-то. Чё стоим? Чё скучаем? У нас тоже боеприпасы, кстати, заканчиваются. У них уже закончились. Да, катапульта пустая. Уходим. Так, давайте полечимся еще разочек. Ну и, пожалуй, надо будет идти в атаку. Да они что-то тупят, по-моему. Глючные ребята. Все стоят, замерли реально, как будто бы просто зависли. О! Идут. Так,
Надо быстренько, может быть, попробовать окружить этих ребят. В тыл им тоже зарядить разочек другой. И уже будет много толку. Пошли постреляем по этим. Эти лучники уже тоже беспонтовые. Давайте лучше вон. Это кто у нас? Там болтомет. Тоже бесполезный. Бестолковый для нас. Так, уходим. Еще разок. Подлечимся. Будем их окружать, стараться с этой стороны сейчас. Так, с этим одним отрядом мы расправились. Так. Все, полетели. Вперед. Тут мы, наверное, отступим, чтобы не ловить залпы лишние. Так, 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 так. Копейщиков сюда. Копейщиков сюда. Тебя сюда. У тебя никаких защит нету. Так, и отступаем. Будем тебя потихонечку заводить, выводить. А то больно тебе будет. Вот это у нас тоже мстители, которые... весьма неприятные. Дебаф давайте вот на вот эту вот область, на всю. Кстати, было бы очень неплохо провести... Мы не сможем, наверное. Давай, 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 давай. О-о-о-о-о. Вот так вот провести, да. Пошли. И даже вот, вот так, пошли. Хорошо, меня это устраивает. Так, сцинки где-то мои остались, я даже не знаю, если честно, где. Защиту вот этим ребятам дадим. Вот, сцинки мои. Подведем поближе. Вот сюда нам определенно нужно подкрепление. Сюда, наверное, даже сюда тоже. Да, вот так вот, наверное, этот пусть развлекается со всеми этими балбесами. Ну и тут у нас одна еще армия осталась, тоже на подмогу подойдет. Так, больших наших зверушек можно потихоньку заводить вперед. Тебя, кстати, тоже вперед нужно заводить. Где наш кристалл лечения? Давай лечи вот этого, наверное. Сюда бы Краксигоров. Как бы они хорошо бы тут в футбол играли этими ребятами. Так, окружили. Заходим тоже внутрь. Сможем тут по ним как-то пострелять, зайти? Вряд ли, что там. Так. Я думаю, тут пехота справится. Нам надо крупные цели наши вот сюда подвести. Можно даже, наверное, с разгона ударить будет сюда. По лучникам. А потом завести вот с этой стороны. Тут слишком много гномов. А чё-то лучники не стали там пытаться что-то сделать. А, дружненько обняли нашего динозавра. Так, в принципе, эти, да, не пытаются особо убегать, кажется. Дебаф этот прям очень хорошо сюда заходит. О, как полетели красиво, ёлки-палки.
Ой, ой. Тише, тише. Friendly fire. И двуручники сразу достают такие, конечно, ребята серьезные. Что у нас тут происходит вообще? Ну, вроде все хорошо. Тут порядок. Тут порядок. И здесь тоже в целом все норм. О, этому вломили, конечно. Да, и мог бы потерять на самом деле. Хорошо, что я заметил. Главное, теперь его в бой не отправить. Разве что там за убегающими можно попробовать. Лишь бы убегающие только не решили ему ответочку зарядить. Но мы можем его подлечить, да, чтобы полегче ему было. Все, они дрогнули. Мораль упала. И так, тут нам надо, да, добить как можно больше войск. Потому что нам еще придется с этим всем дальше воевать. Так, сцинки давай в ближний бой. Выпиливаем вот этих. Он сейчас просто отступает к своему поселению, да, и все. В следующем ходу он будет полный. Ну, может, не полный, конечно, но да, придется с ним еще повоевать, конечно же. Так, да, давай. Скорость ничего не уменьшает. Чё ты стоишь? Беги, давай, беги. Ты должен был давно уже прибежать, догнать всех и всем вламывать. А ты вот это стал, чё-то непонятно чё. Все, лечение мы все израсходовали. Довольно неплохой был бой. У нас много войск довольно осталось. И мы, по идее, на своей территории стоим. То есть мы еще восполним тоже потери. Ну и после боя я тоже возьму восполнение. Сколько там у нас будет его? Немного наверняка, но... Давай. Сцинки вы можете догнать. У них у сцинков скорость хорошая. Все, скорость врубаем, наверное, да, и кого успеем добить, того успеем. И в следующем как раз ходу, наверное, нападем, если... Может быть, через ход еще, если кого-то может восполнить отряды, какие надо будет. Посмотрим, что у нас будет по итогу. Там всех прогнали, кого могли прогнать. Здесь тоже. Так, восполняем потери. Только не говорите, что я на его территории. А, у нас еще и не боевые, здесь никакого восполнения не будет. Черт. А это столица, нет? Печально, немного. Ну, мы разбили самую сильную армию у него. Хотя он там вторую уже он собирает. Что немного обидно. Ладно. Шанс успеха действий героев. Хорошо. А, можно еще хамелеонов взять. Если вдруг захочется очень сильно. Да, никакого восполнения, естественно, тут и не было. А это у него как раз столица. Которую мы не возьмем, да. Тут гарнизон хорош. Вот это топовые железноломы, топовые войска. Вообще. Ну, мы тогда отступаем на свою территорию и будем восстанавливать потери чуть-чуть. Тогда уже иди в поселение. И тут чуть больше потери восполнишь. Чуть быстрее. Какие у нас есть варианты? Есть вариант, конечно, избавиться от завров и... Раз, два, три, четыре каких-то крупных динозавров взять, например. Сынков я, наверное, оставлю. Ладно,
что я парюсь, все равно придется, да, этот ход в следующей серии переигрывать. Я забыл, что мы заканчиваем. 3,5 часа у меня заняла запись этого видео. Практически, да. Ну, большую часть дня я занимался записью этой серии. Надеюсь, вам интересно еще, кто-то смотрит. В следующей серии мы будем пытаться воскресить Маздамунди. Ну, а дальше посмотрим. Если за эту серию ничего не произойдет, да, она тоже, я думаю, у нас будет долгая такая, то мы, наверное, тогда закончим. Ну, посмотрим, что с Маздамунди получится, не получится. Ну, тут как бы да. Если второе пришествие не настанет, то, собственно... Нет, конечно, мы можем пойти еще на длинную победу, да? Мы даже 17 поселений, то есть нам вот это все уже не... А, нам тут надо Хемри вынести. Графство вампиров падут, надо с Хемри разобраться будет для долгой победы. Ну, короче, я думаю, этим мы заниматься не будем. Тут, ну, смысла уже не так много. Редко бои бывают такие прям хорошие. Уже, да, я больше стараюсь сейчас 2 армиями водить, да, быстренько авторасчетом все зачищать, потому что, ну, так быстрее выходит заметно. Вот, ну и... Да, всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся еще в следующей серии. Я надеюсь, что хотя бы Маздамунди мы воскресить сможем. Может быть, еще каких-то ачивок успеем сделать. Пока.